Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Сервал, и мы продолжаем проходить Trails of the Sky The Third, и мы продолжаем проходить по Фантасмагории, а именно финальному данжу этой игры. Давайте посмотрим, что нас здесь ждет. Это 60 часов гринил свет скамел по помпчикам, что ли? Именно, да, Марик? Там очень много осталось за кадром плане. Скрип. Не считая того, что, в общем-то, еще и... Ага. Это Мюллеру подойдет, кстати. А, у него... А, какие-то слиперы же больше скорости дают. И мувмента. Так, я ставлю это. Ну, как-то так и... Как-то так оно и получается, да, Марик, да. Я смотрю, что я нашли ключ к моему сердцу. Муа. Ну, такое... Габриэлс Ора. Если давать, то Джули, потому что у нее явно получше с магической атакой. Ну да, надо дать возможность же зайти, к слову. Стоп, мы можем выбирать суппорта. О, ну, that's interesting. Ну, так об этом и речь, кошмал. Да, именно так. Это тоже надо учитывать. Спасибо вам за вашу поддержку. Пожалуйста, еще раз приходите. И всегда будете моим героем, знаете. Я просто специально обращаю на это внимание, кошмал, потому что... как бы... Да, то, что у меня сейф на 80 часов, это понятно, но фактически я набирал больше. Вы почти в конце. Я уверен, что вы будете сильны, достаточно сильны, чтобы преодолеть все трудности. Спасибо. Пойдет. И, кстати. Так, а тут мы пришли. Угу. Пистолет еще один, спасибо. Приятно встретиться с вами. Давайте будем друзьями. Конечно, с удовольствием. Купить еще 10 копий Third, может быть, тогда мы перейдем в Zero, ваши ксиды. К слову сказать, у The Third ужасные продажи. Даже печально очень из-за этого, лично мне. Грейл Локет, отлично. Ну вот, и VP в сам угол задвинул. Ну правильно, чтобы защищать его. И VP же должен быть защищенным от всех проблем. У этого сундука есть определенная аура... Королевских кровей. Может быть, этот король... Может, это сундук король сундуков? Кто знает. Ну, тебе дать, что ли, тогда получается, Грейл Локет? Больше особо некому. Я, кстати, в прошлой группе забыл суппорта выдать, если вы правильно помните. Это печально. Ага, сейф поинт. Я просто думаю, я могу, в принципе, перезагрузиться тогда, да, и, типа, выбрать там суппорта. Пока-пока, буду скучать. Да, это хуже по скорости. А здесь мы были? По-моему, я отсюда пришел. Да, я отсюда пришел. Окей. Может, реально перезагрузиться тогда быстренько и сделать там все по-правильному, пока не поздно.
Ага, понял. Надеюсь, мы сможем снова встретиться однажды. Подождите, а я же Мюллеру давал ультимативное оружие, да, значит, ему это не нужно. Агату за что-то дадим, хотя у него так это будет, ну да ладно. И вообще весь данж зажатый в саппорте пошел на автомате. Ну, я, в принципе, понимаю, что да, здесь это не так уж важно. Это будет важно скорее для последней битвы. Выше нос. Единственное, что вам может помешать на пути вперед, это вы сами. На самом деле нам было держать подбородок кверху, но тем не менее. Так, сейчас я пойму, где босс файт. И я тогда... Спасибо, что дали мне причину жить. Удачи. Блин, реально, с фразы сундуков в... Здесь они офигенные, конечно. Ой, от этого я не был готов. К этому я не был готов. Сюда мы не пойдем. Достаточно большое было путешествие, не так ли? О, да. Вы заслуживаете победы. Я буду здесь и буду поддерживать вас на каждом шагу, на каждом вашем шаге вперед. О, that's so cute. Милый сундук пуст, но все еще мил. Еп. Особенно после тех, что в пустышек, да, Дамарик? Вот довольно депрессивное зрелище всего было. Вот, реально. Кстати, по-моему, в SC у меня чуть ли не до 30-й страницы дошли сейвы. А, стоп. Есть еще одна вещь, которая мне поможет. Что-то я не подумал об этом. Стоять? Вот вместо Сента наденем мы на тебя, дружок, Swifts. That's more like it. Опять глаз дергается. Блин, я же Зодиак хотел сделать, не Сейнта. Ой, внимательный я сегодня. Ладно, неважно. Ау! Ау! Сэр Джули, понимаешь, у художника есть проблемы с изображением полувозрелых женщин. Но у Шеры в этом плане все в порядке, зря-то так. Единственное, что проблема, да, вот здесь портрет, конечно, у Джули, ну такой. Мне он не нравится, честно. Она у нас намного симпатичнее, чем здесь. Она просто задумалась, мужиковатый. Даже если, не думаю, что ее получилось показать очень уж мужиковатый. Кстати говоря, у нас же квест бренд есть, лол. Че паришься тогда? Да, Марик, горка по Фрейду, да? Окей. That will be easy. Поехали. Оу. Пойдет. Да ладно, Джулия нормальная девушка, ну шо, все. Кстати, ее портрет в Зерону киски, например, просто офигительный в этом плане. Реально классно выглядит. Широфан, здравствуй, рад тебя видеть, располагайся.
Ты вовремя. Очень вовремя. Оу, это будет неприятно. Так, говоришь, Илхун, как будто что-то плохое. Это вижу самый разгар битвы. Ты видишь финальный данж, Шира. И нет пути назад. Из него. Музыка, да, музыка, что надо. Ты попал на финал игры, да, именно так, Шира. Именно так. Suffer. Сразу видно, что у Мюллера зимурянское оружие надето. Урон прям совершенно другой. Окей, кошмар. Если что, возвращайся, буду рад видеть. Да, урон уже за это, конечно, так себе. Явно не она здесь будет управлять балом. Юдхун, вот за этим надо идти в Cold Steel. Там с этим проблем нет, как ты знаешь. Там с этим вообще все хорошо. Блин, жета магии сносит меньше, чем в физическими атаками. Зашибись. Ну ладно, она у меня с другой целью в любом случае была сделана. Хаундгейл второй. Пойдет. Так, реген был здесь, да? А, здесь была эта штука. Ну тоже пойдет, ладно. Есть Шир и Рис. Кто еще для счастья нужен? Именно Дамарик. Шира прекрасная женщина в полном расцвете сил, а Рис просто прекрасная милашка, которую я лично обожаю. Она шикарная, правда. Так, Chaos Brand, кстати, может помочь. Till Dawn. Однако. Ау. Спокойно. Ау. That was painful. О, понятно, понятно, понятно. Спасибо, что предупредили. Было просто изумительно. Подожди, а где же был реген тогда, чуть не пойму. Ну, тут Дамарик сорян. Не знаю в этом ничего. Не могу сказать. Мне кажется, что Аурелия вполне себе. Хотя я не знаю, о ком ты говоришь, если честно. Может быть, о ней, может быть, нет. Who knows? Реген был здесь, что ли? Да, реген был здесь. Надо же. Чуть сзади даже. Ладно. Тем лучше. В принципе, кроме Лафорда, даже ничего здесь и не нужно. С другой стороны. Яр! Армаз. А, понял, Дамарик. Ну, Сара, да, тоже норм. Из того, что я видел, по крайней мере. А почему нет? Вау, полегче. Блин, они делают такую же атаку, как Кассиус. Серьезно? Чё за жесть? Алло, мы так договаривались. Вообще не весело. Кстати, вот и хил пригодился. Понятно. GG.
Well, that was easy. Ow. Друг мой, Юткунт, тут фан-сервиса хватает ого-го. Что, фантасмагорик Клайс был у Джулии, мне показалось? А, пентаграммик Клайс. А, был Тринити, да, все логично, окей. Так, что у вас по уровню? Вас еще можно покачать, по идее, да? Да, можно еще покачать. Даже небожители тренируются в К5 в додзе. Да, похоже на то. Это стрёмно на самом деле. Очень стрёмно. Это, игрок будет тяжело по ощущениям. Тут на дамаг спасает по большому счету только Мюллер. Не то чтобы это было плохо, но это будет проблематично. В конце концов, Витхунт, не женскими персонажами едиными фан-сервис полнится. Вот, Амарик, вкус у всех разный, если тебе такой понравилось, то окей. И вообще-то было все прилично, не надо так, пожалуйста. Не надо грязи. Она здесь ни к чему. Не угадал. Ну ладно. Сколько сильно это бьет? Эу! That is good. А раньше фан-сервис ругали. А, Шира. В Trails фан-сервис хороший. По крайней мере, в Соре. По крайней мере, в третьей части. Да. Здешний фан-сервис мне очень нравится. Он правильный, потому что... Это правильный, хороший фан-сервис. По крайней мере, на мой вкус. Смотри на дочку Шварценеггера и верю тебе, Сервал, верю. Не такая уж она и страшная, мой друг. Кто его ругал? Покажите мне, я ему втащу, да? Юткунт. Богдан подтянулся снова, рад тебя видеть, располагайся, дружок. Понимаешь, фан-сервис ругают, когда есть только фан-сервис и больше ничего. Кстати, Оливье. Я тут подумал. Покажи, как это делается. Бэм! Вторая квала. Вторая из трех, в скобочку четырех. Так, Мюллер вообще CP нужно по-хорошему. Я понимаю, что немножко задерживаемся, да, в плане босс-файта, но, как вы поняли, босс-файт прям сразу не будет, но тем не менее. Когда есть фан-сервисы, вдруг даже что-то более претенциозное, да, выглядит странно. Ну, о чем речь, собственно. Благо, что в Trails of the Sky the Third все-таки ситуация немножко иная. Да, игра построена на фан-сервисах по большей части, потому что я считаю, что двери и прочее — это очень даже фан-сервис. Другое дело, что, как по мне, это очень даже правильный фан-сервис. Такой фан-сервис я уважаю и люблю. О, там будет надолго, понятно, надо будет ему надеть кое-что.
Всегда мечтал про СПГС через фан-сервис. Да, пойдет. О, отлично вообще. Это ладно, не важно. Может, я даже вырежу в итоге на эпизодах, не знаю. Кстати, фан-сервис. Неожиданно для себя обнаружил, что на Вики обнародовали габариты Estelle 82-68-77. Воистину Estelle. She's pretty good. А почему нет? Она довольно симпатичная в целом. Так-то, на любителя, конечно, тем не менее. Мне норм. Долго я тебя себе буду убивать, дружок, прости. Не подумал я о том, что не стоило делать Хаунгейл. О, понятно. Рип. То есть как рип? Не так уж и плохо все, конечно, тем не менее. Вообще, кстати говоря, реально фан-сервис, размеры озвучивать это классно. В том плане, что... Ну, как бы, для JRPG это круто, я считаю. Я не особо где-то видел... В западных играх, чтобы, например, да, озвучили, когда у персонажа день рождения, какие у него размеры, возраст и прочее. She's a big girl, good and big girl. Сейчас сегодня жжет прям. Обожаю вас, ребят, серьезно. Понятно. Ну ладно, как скажете. Не в того, ладно, ну ладно, ладно. Миллер, давай вперед. Бам. В западных, да тебя за такой фемки с говном сожрут. Действительно, да, Марик. Хорошо, что мы играем в японский RPG, где-то нормально. Боже, храни Японию. Бласс оранжи в чат, ребят. Да чё ж так долго-то CP копится, я прям не могу. Что за жесть. Отлично. Хотя я думаю, что западным РПГ, да, достаточно наличия Морриган в Dragon Age Origins. Как образ силы независимый. Я не говорю, что это плохо. Ну, там долгая история. Да, Fool's Emblem и норм. Да, ну, кстати, по силе прямо он неплохо так себя чувствует. Должен заметить. Там очень даже. Эй. Ну, Широ, мне это нужно было с одной простой целью. Добить CP просто. Потому что иначе это было бы слишком долго. Ладно, короче. Запарили, ребят. А вот это печально, да, Марик. Спасибо, что предупредил. Я не буду больше в нее играть. Не то, чтобы хотелось.
Я вообще считаю, что лучшая часть Dragon Age — это первая, то бишь Origins, да. И никто меня за это не осудит. Mm-mm. Окей, дальше типа будет мини-босс-файт, поехали. Взаимоотношения первого второго на доске в стиле Mass Effect. Не, такого нам точно не надо. Это явно будет лишним. Зодиак, Зодиак. Жаль. Спокойно. Спокойно, я сказал. Да, Лафорта будет норм. Да, опять что? Ах, опять КО. Ладно, хорошо, убедили, я надену защиту от КО. Конечно, конечно. Как будто у меня есть выбор. Единственная нормальная часть. Ну, наверное, да. И по крайней мере, я так считаю. На самом деле, так многие считают, насколько я знаю, но... Мало ли. Есть особо одаренные люди, которым это не нравится. Ай. Ай. Спокойно, спокойно. Все хорошо. Спасибо за хил. Это было неожиданно. Но спасибо, наверное. Ой, Даварик, Даварик, да. Не возжелай жену ближнего своего, как говорится. Где ты такое уже видел? Интересно, где? А, ну да, Артемис. Конечно. Я тебе с шуток, ладно. Спасибо за хил. Это полезно. Чуть-чуть похилимся. Хороший урок, кстати, был, да? Вполне себе. На всякий случай. Что-то в этот раз он не особо рвется в бой. Тем лучше, наверное. На всякий случай, греха подальше. А, он ему, у него иммунитет к этому делу. Ладно, хорошо, как скажете. Поехали. Оу! Ну, ладно. Как скажете. Пойдет. Оу, это рип. Нормаленько так прошлись. Конфьюз — это лучшее заклинание в игре, серьезно. Обожаю. Окей, клок и вперед. Можно ли, пожалуйста, мышь работать? Пожалуйста, спасибо. Клок, 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 клок. Поехали. Босс-файт уже близко, я чувствую его. Да, кажется, он будет там. Логично. А здесь у нас внизу будет сокровище. Несметные богатства.
До следующей встречи. Увидимся. Да, спасибо. Угу. Нет времени лучше, чем настоящее, правда? Возьмем же его. Угу. Люблю вас. Оу, спасибо. Приятно. Так, мне давали... Да, вот это вот... я предпочту скорость. Конфьюз, да, спроси у Филиппа. Да-да-да, я помню этот босс-файт. Изумительно просто. А, вот, кстати, еще точка восстановления-то была где. Ха, только сейчас заметил. Как я в прошлый раз его пропустил, интересно. Ладно. Кто же будет здесь, интересно? Давайте узнаем. Ку-ку. Я благо наконец-то укрыла. Хо-хо. Миготона мадени нани монай не. Как любопытно. А я-то ждал, что здесь кто-то будет ждать. Тайки моду кайзё. Нанда? Синтезированный голос. Я не увидел, правда, что он сказал, не успел. Ну, скорее всего, типа, какой-то режим включаю. Что это было? Систему сайкидо. Сайкидо канрё. Рэвэй? Сахё какунин. Это твой рэп. Гэнэйзё. Саёку эрия сайсинбу. Лёйки най ни синьюша о какунин. Это ревери. Серьёзно. Коре йори джиттайка о оконау. Эва версия тайка, кстати, я не зря её всё-таки решил заменить. Это ревери, реально. Давно не видели, дружок. Очень давно. Моду Геносайдо Трой Мерай 2 Гешпенсто Кореори Сенмец Кодо о кайси сру. Да, там, это было бы символично, кстати, но у нас есть еще один член отряда, который сражался с этим роботом в прошлом, как мы понимаем. Да, это Оливер. Однако это уже нас ждет в главных вратах, центральных. Мы с вами, дорогие зрители, узнаем в следующей серии. А пока будем прощаться. Большое спасибо за ваше внимание. И увидимся с вами в следующей серии. До новых встреч!